Мастер Дом представляет. Холодильники системы No Frost. Что это, как работает и зачем? Принцип работы холодильника. Компрессор. Основной узел любого холодильного агрегата предназначен для сжатия и перемещения паров хладагента в системе труб. Конденсатор. Теплообменный аппарат служит для отвода тепла конденсирующихся паров фреона в окружающую среду. Фильтр-осушитель. Расположен перед входом в капиллярную трубку для защиты ее от влаги и засорения механическими частицами. Капиллярная трубка является некой пробкой, создающей разницу в давлении между испарителем и конденсатором. Жидкость под давлением поступает в испаритель в нужном объеме. Испаритель представляет собой алюминиевый радиатор в форме змеевика. В испарителе жидкость начинает переходить из жидкого состояния в газообразное, что сопровождается выделением холода. Далее компрессор всасывает хладагент, и цикл повторяется заново. Особенности No Frost. Отличием системы No Frost является особая система распределения воздушных масс внутри холодильника. Это позволяет равномерно распределить холодный воздух по всем отсекам. Вентилятор направляет охлаждаемый воздух через систему воздушных каналов в разные части камер холодильника. Воздушный канал способствует целенаправленному движению потоку воздуха. ТЭН периодически производит разморозку испарителя, освобождая его от накопившегося там иния. Оттаявшая вода стекает по дренажной системе слива. Таймер оттайки представляет собой реле времени. Его задача включить ТЭН с одновременным отключением компрессора на определенный промежуток времени. По своему типу делятся на механические и электронные. Датчик оттайки. Сенсорный датчик оттайки отвечает за регулировку температуры в холодильной камере, крепится возле испарителя. Дефростер. Этот датчик служит для отключения нагревателей системы No Frost.